Ультразвуковой прибор с гальваникой Crystal Glory от компании USmedica предназначен для комплексного ухода за кожей лица. Прибор сочетает в себе две самые эффективные и популярные на сегодняшний день функции в косметологии. Это ультразвуковой микромассаж, а также воздействие гальваническими токами. Что такое ультразвук? Ультразвук – это звуковые колебания с частотой свыше 20 кГц, которые не воспринимаются человеческим ухом. Данный прибор генерирует звуковые колебания с частотой 5 МГц, это 5 миллионов вибраций в секунду, которые передаются коже через тонкий слой воды или косметического средства на гелевой основе. Жирные кремы я не рекомендую использовать, так как они могут блокировать действие ультразвука. Под воздействием ультразвука ткани кожи начинают сжиматься-разжиматься с такой же частотой, а также усиливается эффект от используемого косметического средства, и он более глубоко проникает в кожу. Ультразвуковые колебания, они практически не видны, их можно увидеть только если капнуть небольшую капельку воды на поверхность прибора. Мы включаем ультразвуковой массаж функцию и капаем небольшую каплю. Вот, можно заметить, как происходят мелкие вибрации. Это как раз и есть ультразвуковой массаж с частотой 5 МГц. Для ультразвукового воздействия на кожу необходимо нанести небольшое количество геля или воды на кожу и затем включить режим ультразвука. Начинаем процедуру мягкими круговыми движениями в течение нескольких минут. В результате такого воздействия косметическое средство, оно более глубоко проникнет в кожу и усилится его эффект. Гальванизация – это лечебная методика, когда на кожу воздействуют постоянные токи, микротоки, малой силы и малого напряжения, в результате чего в клетках кожи начинает активно вырабатываться коллаген, эластин и гиалуроновая кислота – это три составляющих молодости кожи, а также начинают активно перемещаться заряженные частицы – ионы натрия, кальция, магния, хлора и так далее. В гальванических токах различают две основные полярности – это отрицательная полярность и положительная полярность. Положительная полярность здесь представлена режимом ион плюс, и он применяется для глубокого очищения кожи, выведения токсинов, загрязнений либо каких-то вредных веществ из кожи. А отрицательная полярность используется для глубокого питания и увлажнения кожи, а также восстановления pH-баланса. Во время использования функции гальванизации необходимо касаться двух контактов, расположенных по обеим сторонам прибора. При использовании режима ион плюс происходит активное очищение кожи, ток идет по вот этому циклу. А при использовании режима ион минус ток идет в обратном направлении и происходит активное увлажнение и питание кожи. Для комплексного ухода за кожей лица сначала рекомендуется провести процедуру очищения при помощи режима ион плюс и затем процедуру питания и увлажнения с помощью режима ион минус. Сейчас я покажу вам, как проводить процедуру очищения. На рабочую поверхность прибора необходимо закрепить ватный диск на резиночку и использовать очищающий тоник по вашему типу кожи. Капаем несколько капель тоника. Включаем режим ион плюс, очищающий. При этом индикатор загорится синим цветом. И начинаем процедуру. Во время данной процедуры происходит активное очищение пор, выведение грязи, токсинов и вредных веществ из кожи. После окончания данной процедуры ватный диск можно снять и приступить к процедуре увлажнения и питания. Процедура увлажнения и питания кожи с помощью режима ион минус происходит следующим образом. Берем небольшое количество крема и наносим его на кожу. В данном случае можно использовать любой увлажняющий питательный крем любой жирности. Далее мы включаем режим ион минус и начинаем круговыми медленными движениями воздействовать на кожу в течение нескольких минут. Таким образом, крем активно проникает вглубь кожных покровов и увеличивается его эффективность. Во время режима увлажнения и питания кожи ион минус можно дополнительно еще подключать функцию ультразвука. Тогда индикаторы загорятся зеленым светом.
Но это необходимо делать только в том случае, если вы используете крем на гелевой основе. Если же это жирный крем, то отключаете функцию ультразвука и используете только ион минус. Прибор работает от встроенной литий-ионной батареи. В комплекте идет зарядное устройство. А также у него есть автоматический таймер отключения 10 минут. Данный прибор поистине уникален, поскольку он позволяет проводить как процедуры очищения, так и процедуры питания и увлажнения кожи. И позволяет тем самым заменить комплексный уход салона красоты.